Прогуляться по высочайшим в мире горным хребтам и познакомиться с тибетскими монахами несложно. Стоит лишь взять в руки книгу известного путешественника Андрея Стрелкова. Презентация его новой работы «Ваджа-гуру Бидья Дандарон» прошла в Краевой библиотеке имени Пушкина. Книга посвящена буддийскому святому, ученому-востоковеду. Те, кто знали его лично, те, кто были его друзьями, ровесниками, сподвижниками, они уже находились в очень преклонном возрасте. И я просто тогда понял, что если мы не успеем записать их воспоминания, то потом уже будем довольствоваться пересказами с третьих рук. Эта книга, как и его остальные работы, родилась благодаря путешествиям в Тибет. За спиной Андрея Стрелкова уже 15 экспедиций. Страна, несомненно, конечно, необыкновенная. У меня вот есть такая метафора, я называю это «страна-планета». То есть, несмотря на то, что мы живем уже в 21-м, так сказать, веке, и цивилизация, кажется уже, что она проникла везде, где только можно, и, так сказать, наложила свою печать, временами положительную, временами отрицательную. Но, бывая в Тибете, убеждаешься, что нет. То есть, до сих пор это фактически один из последних таких обжитых, высококультурных, но в то же время затерянных миров человечества, потому что стоит только отъехать от какого-то райцентра, от города, от трассы, и снова окажешься в Средневековье. Для путешественника Тибет – это родное место, потому что здесь друзья, здесь работа и здесь источник вдохновения. Однажды я так вот ехал с друзьями, на джипе мы ехали, и я попросил остановиться, и вот, чтобы дойти там, буквально спуститься к ложу реки каменистой, река необыкновенно красивая, местность вообще такая неземная совершенно, бирюзовая вода, песок, богатый кварцем, в котором отражается бездонное синее небо Тибета, то есть, в общем-то, небо то ли у тебя под ногами, то ли над головой, все это вот удивительно, так сказать, меняется местами. Андрей Стрелков снова готовится к поездке в Тибет. Уже совсем скоро он отправится за новыми открытиями.